В столице наблюдается острый дефицит воды. Проблема в некоторых районах Астаны достигла такого пика, что подавать воду теперь будут по часам, сбавляя и поднимая давление в водопроводной системе. Почему сложилась такая ситуация в главном городе страны? И когда решат проблему? И, наконец, как сами астанчане отреагировали на откорректированный график подачи воды? Подробности у Саяны Садаковой. Айгуль Ащекова уже 10 лет живет в Астане. Говорит, что перебои в подаче воды в столичных ЖК наблюдает часто. То воды нет горячей, то напор еле слабый, а то и вовсе ее не подают. Объявление Астана Су Арнаса о том, что мощности будут сбавлять, жительницу, мягко говоря, удивило. И без того у нас дома каждый день в чатах пишут: нет воды, нет воды, нет воды. И писали нашему председателю ОСИ, и он говорит, оказывается, что проблема не в доме, не в насосах, а в городе. Значит, общего напряжения не хватает. Проблема и вправду глобальная. Не хватает воды по всей столице. В Астана Су Арнасе решили подавать воду по спецграфику. В активное время суток с хорошей мощностью, а в неактивное напор воды будет значительно слабее. Специалисты компании говорят, что проблема в мощности насосно-фильтровальных станций. Их в городе всего две. Для порядка 1,5 миллионов астанчан этого мало. Сейчас реально мы в выходные дни 330 тысяч подаем за сутки воду. Но сейчас уже необходимость 350, то есть 20 тысяч, примерно 20 тысяч уже не хватает. В пиковые времена мы будем подавать бесперебойно повышенным давлением воду. А между этими пиковыми временами нам придется ограничивать немножко давление, понижать давление, чтобы сохранить воду. Чтобы покрыть потребность воды в столице, нужна третья такая станция. Ее строят с 2021 года. Ввести в эксплуатацию объект обещали этой весной. Однако теперь столичные власти дату открытия станции перенесли на третий квартал этого года, конец которого приходит уже на осень. А вот как с нехваткой воды будут справляться жарким летом, когда потребность будет намного больше, вопрос открытый. Саяна Санакова, Актурет Алдыбек, Алибия Ирель, Атамикен, Бизнес.